еще один подарок экологам нашего района. Посмотрите, госпожа Акулова, госпожа Кожевникова. Вот в таком состоянии находится смертельно опасное захоронение для людей, для животных, сибироязвенное. В таком состоянии. Станица Маркинская. Не, по ГОСТу здесь определено, значит, глубокое ограждение, цементирование и все остальное. Не дай бог, споры, все остальное, беда. Всем привет!